Здравствуйте, уважаемые любители футбола. У нас сегодня суббота, 6-й тур. Центральный матч. У нас тут встречается команда Торчестерика и Фуше Мурбек, Фуше Нальчик. В середине поля Саилов, Хагуров, Назранов, Хашкулов и впереди Наурузов и Болов. Терек с мячом. И удар по поворотам, очень сильный удар. Так, тут мяч. Болов пяткой скидывает Хагурова на край. Хагуров на краю. Надо обыгрывать, обыгрывает одного. И навес. На Хашкулова мяч доходит до него, но... Подача в штрафную высокая. И вратарь не тронул. Посмотрим, что сейчас клуб истерика придумает. И навес, штрафную, и удар, и гол. Гол забивает Терек. Причем головой забивает не самый высокий игрок клуба. Да, ну есть время отыграться. Угловой отправился подавать Хежев. Нужна очень хорошая подача. Вот тут подсказывают игрокам Терека, что на дальний один. И удар Хашкулова не попадает он, к сожалению. Забегает Хежев там сзади, но он его не видит. Передача на Назранова. Ну, принял штрафной. Пас на Хагурова. Удар, и вратарь отбивает. Передача на Хашкулова. Все, первый тайм подошел к концу, команды уходят в раздевалку. Второй тайм начинается, напомню, счет 1-0. Терек, команда истерика ведет, и мы видим сразу первую замену. Ушел Наурузов, вышел, если не ошибаюсь, Гергов. Мяча остался Болов, Болов разбегается, бьет, и вратарь. А, нет, вратарь не тронул, значит, мячик не попал в створ. В центр передача. Идет вперед с мячом. Седьмой номер. Дальше на 17-го. И он бьет, но не точно. Не точно. Далеко. Мяч шел на фланг. 10-му номеру. Смещается в центр. На него три игрока, но он уходит. Сохраняет мяч. Пас назад. Смещается в центр. Бьет. И опять не точно. Попытались забрать его в подкате, но не получилось. И это фол, нет? Гега штрафной возвращает Хагурову. Ой, как закидывает. Да, дальше обыгрывает Гега в одного и бьет. Не попадает, не попадает. По его мнению, по крайней мере, но судья показывает, что его не было. И Терек в атаке. Терек в атаке. Бьет. И Арсаев. Арсаев достает. Идет сам в центр. Тут Болов. Болов бьет. Попадает своего Хашкулов. И как он сейчас не попадает. И все, матч окончен.